Да, дорогие друзья, вы ничуть не ошиблись. Арт-кафе «Господин Ветер» приветствует вас. И у нас в гостях сегодня замечательный человек. Можно сказать, просто живая легенда. Живая легенда. Я не знаю даже, в каких жанрах можно говорить об этом человеке. Но какие жанры можно перечислять. Тут и детская песня, и кантри-музыка, и просто хорошая лирическая авторская песня, замечательная русская лирика. Григорий Васильевич Гладков. Гриша, здравствуй. Здравствуйте, я очень рад быть в арт-кафе «Господин Ветер», потому что ветер – это порыв. Ветер – это движение. Ветер – это прорыв. Да, да. Это движение, это динамика, это то, что надувает паруса, это то, что поднимает воздушный шар вверх, это то, что заставляет сдуть шляпу. Вот, это ветер все. Ну, интересно, она сегодня улетит? Да, 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 может улететь. Но это самое, Гриш, у нас есть традиция, которая жутко подкупает своей новизной. Так. Мы начинаем любую встречу с произведения. Вот так вот прямо, да? Одну простую сказку, а может и не сказку, а может непростую хотим вам рассказать. Ее мы помним с детства, а может и со старости, не с детства, а может и не помним, но будем вспоминать идею этой сказки, а может и не сказки, поймет не только взрослый, но даже карапуз. Не стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите там, где идет строительство или подвешен груз. Григорий Гладков сегодня в арт-кафе «Господин Ветер». Гриш, вот все время, я понимаю, что ты устал от этого вопроса. Нет, не знаю, какой вопрос, но я не устал. Ну, наверняка тебя журналисты уже замучили. Вот как, почему вдруг Григорий Гладков, который закончил что-то там машиностроительное, потом стал учиться, вдруг неожиданно стал переучиваться в другую профессию, на джазовую гитару, если мне не изменяет память, да? А потом институт культуры. То есть вот эту всю цепочку, вот, это же очень долго ты выплавлялся как личность, да, вот и шел к музыке. Ну, я думаю, что я музыкантом и родился, и всегда им был, просто я построил свою систему образования. Это система образования, которая сделала человеком Порфирия Бородина, который написал «Князь Игорь», потому что он был химик, он был военный, и он был блистательный композитор. Так и я тянулся ко всему. В детстве любил паять, делать приемники. Увлекался радиотехникой, ходил в разные кружки. Маленьким был в рисовании, лепка пластилина, выпиливание лобзиком. А родители как-то повлияли на твою? Да, мама была заведующая детскими яслями. Я рос в атмосфере детского репертуара. Это стихи, музыка детская, сценарии, елки. Я играл на баяне, в музыкальной школе учился, помогал маме. Отец строитель был. Ты тоже на баяне учился, музыкальный, да, как отец, я. Отец строитель был. Сейчас, кстати, маленькие конкурсы на баян, очень жаль. И поэтому через отца тяга вот ко всяким интересным техническим деталям. Первый институт был технический, я просто выполнил волю родителей, хотя все время пел, играл, весь институт, и до института в школе. И потом, потом я решил, опять же, для себя окончить музыкальное училище. Вечернее учился на гитаре, потом перешел по классу теории музыки. Как-то гитару я уже вроде освоил. А потом и занимался в театре-клубе суббота. Это было в Ленинграде, в интерактивном театре. А потом я поступил на режиссуру, потому что мне хотелось разгадать... В интерактивном театре на драме, в смысле актерская, да? Ну да, я играл, пел, там все делали. Он такой самодеятельный был театр, сейчас профессиональный стал. И мне хотелось разгадать секрет Битлз, как при простой мелодии... Огромная надстройка из театра, юмора, сарказма, иронии, дураковаляния, философии. Вот как это у них все вот это вот? Ну, мелодия, я вроде научился английские играть. Английские имперские мальчики могли себе позволить. И поэтому я и начал с Битлз, наверное. Мне хотелось разгадать их секрет. И я построил свое образование именно таким образом. Ну, у меня много песен
веселых, радостных, потому что музыка всегда была отдушиной. А вот те, кто занимается с детства музыкой и потом становятся музыкантами, сочиняют, у них замечательная музыка, сложная, конечно, это профессионалы высокого класса, но музыка вся печальная, потому что заставляют. А иногда депрессивная. Потому что их всегда заставляют. И все это из-под палки, что тоже получается, оказывается, из-под палки тоже можно. А бывает процесс радостный, как у меня, естественный. Так что я можно... Так что можно по моей судьбе сделать вполне диссертацию, между прочим. Это метод, своеобразный метод образования. Кстати, я являюсь почетным членом Академии образования. Мог бы и сам написать диссертацию. Я думаю, что... Так что, уважаемые музыковеды и филологи, я думаю, что... Пишите диссертацию. Педагогики, много методов, много методов. Их тысячи, ну много, по крайней мере. Нельзя в один упираться. Вот. И я думаю, что чем их больше будет, тем интереснее. Я, кстати, тоже задумывался на тему, вот если внимательно посмотреть на историю русской лирики, на историю русской музыки, по-моему, Пушкин в свое время сказал, что как раз, ну, немножко по-другому сказал, но... Что в русском куда ни копни, везде татарина найдешь. Нет. То, что именно депрессивная лирика преобладает. А я вот подумал, вот почему она преобладает, а ведь ее реально проще писать. Да нет, Некрасов даже... сказал, этот стон у них песней зовется. Это вот про современную эстраду он сказал. Нет, но он про Бурлаков сказал, говорил. Да. Нет, он про эстраду сказал, этот, и про бардов. А, это Некрасов у них песней зовется. А Чарли Чаплин расшифровал, что легче заставить 2000 заплакать, чем одного рассмешить. Да. Вот, поэтому, это сложнее. Поэтому я пою песню, которая называется «Автопортрет». Мама – сказка, каша – кошка, книжка – яркая обложка, Буратино, Карабас, ранец – школа, первый класс, грязь в тетради – тройка, двойка, папа, крик, головомойка, лето, труд, река, солома, осень, сбор, металлолома, Пушкин, Дарвин, Кромвель, Ом, Гоголь и Наполеон, Менделеев, Герострат, бал прощаль, аттестат. Институт, экзамен, нервы, конкурс, лекция, курс первый, тренировки, семинары, песни, танцы, тары, бар, прочные знания, чет, нечет, радость, сессия, зачет, стройотряд, жара, работ, культ, поход, газета, фото, общежитие, взятка, мизер, дискотека, телевизор, карандаш, лопата, лом, пятый курс, проект, ё-моё, плом. Лето, море, пароход, по Кавказу, турпоход, кульман, шеф, конец квартала, цех, участок, план по валу, ЖСК, гараж, квартира, теща, юмор и сатира, детский сад, велосипед, карты, шахматы, сосед, сердце, печень, лишний вес, возраст, пенсия, собес, юбилей, часы. Награда. Речи, памятник, ограда. Чу-чу-чу-чу. Она печальная, очень, и я подумал, что финал надо изменить все-таки, наверное. Мама – сказка, каша – кошка, внук – Никита, правнук – Сережка, жизнь продолжается. Да, вот такой финал. Вот сегодня наша программа называется «Падал прошлогодний снег». Ух ты! Здорово. Да. Дело в том, что мне вообще у тебя понравилось это название. И я бы хотел попросить тебя, чтобы ты рассказал телезрителям,
А вот откуда вообще возникла вот эта вот удивительная сентенция «Падал прошлогодний снег»? Это мультфильм, который сделал режиссер Александр Татарский про мужика-недотепу. Он ищет елку, не находит ее, зато мечтает много. Такой прототип такого нашего типичного такого русского, ну и украинского тоже. Потому что ребята с Украины, режиссеры у нас, такого мужичка, который мечтает, но толком ничего не делает. Вот. А «Падал прошлогодний снег» родилось у Александра Татарского благодаря песне на стихи Александра Кушнера «Падал снег». Вот. И мы думали, что это прикол. На самом деле, оказывается, это существует. Открыла девочка-школьница. Мы нашли в блогах это. Она написала, что прошлогодний снег, который падает, он есть. Это снег, который влетает 31 декабря, пересекает черту Нового года и на землю приземляется уже прошлогодним. Вот. И Александр Татарский хотел сделать мультфильм «Деды разных морозов», но не успел. Ему помешала смерть. Вот. И он хотел собрать песни как раз на стихи Александра Кушнера, мои зимние песни. Он их очень любил. Через них мы познакомились. И вот одна из них. Снег подлетает к ночному окну, вьюга дымится, как мы с тобой угадали страну, где нам родиться, в южная ватная, снежная вся, давит на плечи, но и представить другую нельзя, шубу полегче. Но и представить другую нельзя, шубу полегче. Гоголь из Рима нам пишет письмо, как виноваты. Бритвой почтовое смотрит клеймо продолговатой. Но и представить другое нельзя, поле поуже. Доблести, подлости, горе, семья, зимы и дружбы. Доблести, подлости, горе, семья, зимы и дружбы. И англичанин, что к нам приходил, строгий, как вымпел, не понимал ничего, говорил глупости, выпив, как на дитя, мы тогда на него с грустью смотрели и доставали плеча твоего, крылья метели, и доставали плеча твоего, крылья метели. Подлетает к ночному окну, вьюга дымится, как мы с тобой угадали страну, где нам родиться, как мы с тобой угадали страну, где нам родиться. А да. Можно тебе ответить песенкой? Да, да, вот давай. Уже по поводу. Когда у меня еще возможность появится? А можно я на вторую гитару играю? Не, может быть. Когда еще возможность появится? Мы в конце сыграем на двух гитарах, вы поймете, почему Алексей Витаков попросил меня не играть с ним. Сейчас очень модно, двумя гитарами все играют. И этот, и тот играет, а этот вообще только с двумя гитарами. Прямо ходит на стуле сидит, и второй рядом. Мы в конце сыграем на двух. Но ну, же, когда еще будет возможность попить конечно. Метру-то, да? Снег на стекло, расписание ветра, скомкано вновь январем. Все не проходит, и может быть где-то прямо за первым углом. Нищий художник, философ из бочки,
Богу чуть слышно поет. Не разлучай меня с музыкой, отче, кто я тогда без нее? Друг мой, Горацио, свет непрозрачен, а коли так, то держись. Если нет смерти, вовсе не значит, что будет вечная жизнь. Ночка лью перейдет и накроет, крыльями застить начнет. Просит художник, как парус у моря, отче, верни мне ее. Светит фонарь, но дороги не видно, снег все идет и идет. Вот и художник, на улицу выйдя, на руки зиму берет. Друг мой, Горацио, свет непрозрачен, а коли так, то держись. Если нет смерти, вовсе не значит, что будет вечная жизнь. Явь раздвоилась, я в прошлое сослан, друг мой Горацио, ты выслан в грядущее, плакаться поздно, напрочь сгорели мосты. Жалобно воют кабацкие скрипки, славы ища на миру. Только художник с блаженной улыбкой шепчет, ведь я не умру. Друг мой, Горацио, свет непрозрачен, а коли так, то держись. Если нет смерти, вовсе не значит, что будет вечная жизнь. Гриш, у нас совсем мало времени осталось. Я бы очень хотел, знаешь, чем завершить нашу программу? Да. Чтобы ты все-таки спел «Пластилиновые ворота». А, ну давай. А в конце можно, чтобы прозвучала мелодия «Из падал прошлогодний снег». Эта мелодия заканчивается. Ты воду. Татарский, Александр Татарский очень хотел, чтобы в мультфильме в конце прозвучала очень грустная, печальная мелодия, такой феллиниевский финал. Хотя весь мультфильм очень веселый, смешной, музыка вся смешная. Но, несмотря на печаль, там очень много света. Да, он говорит, сочини под такую мелодию, под которую нас хоронить будут, он сказал. Его уже похоронили. Ну, так, Гриш, все-таки, все-таки «Пластилиновый ворот». «Пластилиновая ворона» стихи написал Эдуард Успенский, он пересказал басню Ивана Андреевича Крылова. Но сюжеты всех басен Иван Андреевич Крылов взял у француза Ла Фонтена. Да, 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 знаю. Перевел его. Ла Фонтен ничего не придумал. Он все взял у грека Эзопа. Видимо, Эзоп где-то взял у кого-то, но неизвестно. Но история этой песни, ее поэтическая часть продолжается, музыкальная тоже. Песню спел хор турецкого, она есть... В стилях кантри, рок-н-ролл, панк-рок, техно, в общем, много вариантов. Вот. Но злостные КВНщики извратили самую популярную песню Олега Митяева и теперь поют так. Зал вообще радуется невероятно. У меня появился целый смешной номер.
изгиб гитары желтой, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля, а может и не желтой, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля, а может не гитары, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля, а может не изгиб, ты обнимаешь нежно, тра-ля-ля-ля-ля-ля, а может и не нежно, тра-ля-ля-ля, а может не обнимаешь, а может и не ты, струна осколком эхо. А может и не эхо, а может не осколком, а может не струна. И там она позавтракать, а может пообедать, а может и поужинать, спокойно собралась. Послушайте барона, кар-кар-кар-кар-кар. А может быть собака, а может быть корова, но тоже хорошо. У вас такие перья, ой-ой-ой-ой, у вас рога такие. Копыта очень стройные и добрая душа. А если вы споете, а может быть залаете, а может замычите, коровы ведь мычат, то вам седло большое, ковер, телевизор, подарок сразу вручат, а может быть вручат. И глупая ворона, а может быть собака, а может бегемот, как что-то запоет. И от такого пения, а может и не пения, упал от смеха весь народ. Честной народ. Нечестной. Да, я напоминаю, что в арт-кафе сегодня Григорий Васильевич Гладков. Один из любимейших мною вообще музыкантов и вообще людей. Человек, носитель такой замечательной культуры. Нравственности. Нравственности, да. Нет, но самое-то главное... Мудрости. Самое-то главное, благодаря, Грише, таким людям, как ты... Вообще дети мир становится чище. С очень маленького совершенно вот возраста, да? Ведь у тебя и дошкольники на твоих концертах бывают, конечно, я видел это сам. Они... Дядя Гриша, а что вы выступаете в шляпе? Они мне записки пишут. Ага. Вы что, лысый? Я придумал ответ. Я, ребята, не лысый, к счастью. У меня, кстати, все волосы. Даже ни одного не выпало. Я говорю, шляпа – талисман для музыканта. Когда музыкант остается без работы, он не просит гранты и помощь у государства, как вот обивают пороги, его выручает шляпа. Итак, пускай Григорий Васильевич Гладков всегда выручает его шляпа, а мы вынуждены с вами прощаться. Смотрите арт-кафе «Господин Ветер». До свидания, до новых встреч.